Привет всем, меня зовут Сергей, и сегодня мы будем делать тюнинг автомобиля Lada 2108, или, как говорят, восьмерочка. Так, что мы с ней будем делать? Ну, для начала, наверное, выберем для нее диски, так как эти диски, ну, не очень подходят, я думаю. Итак, диски у нас стоят. Сейчас мы будем выбирать для нее диски. Итак, мы поставили вот такие вот диски на нее. Думаю, они к ней подойдут. Итак, что еще мы можем придумать? Давайте сразу же возьмем пакеты. Что такое пакет? Я уже в своем прошлом видео говорил. Это полностью облицовка нашей машины. В него входят передний бампер, задний бампер, радиатор и все остальное. Итак, сейчас мы попробуем поставить какой-либо пакет. И вот мы поставили наш пакет. Он в единственном экземпляре. Вот такая вот получилась у нас восьмерочка. Сразу, конечно, меняется у нее вид. Скажу вам прелесть. Поменялись колесные диски. Ну, это все стандартный такой набор пакетов. Так, что еще мы сюда можем добавить? Давайте уберем наши ручки. Так, отлично. Такая будет машинка. Так, немного, наверное, опустим подвеску. Совсем чуть-чуть. Ну, тонировку пока не будем делать, тонировку. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с нашим радиатором. Итак. Итак, что мы можем сделать с радиатором или еще с чем-либо? Да, наверное, ничего, так как у нас установлен пакет, в который все это входит. Так, давайте посмотрим на наши зеркала. Казалось бы, такая мелочь, но она все равно придает стиль нашему автомобилю. Итак, вот такие вот у нас зеркала теперь. Я думаю, они более элегантно смотрится, чем заводские черные. Что мы еще? Ну, спойлер, я думаю, нужен на капоте по-любому, потому что без спойлера эта машина не будет выглядеть так, как бы сказать, экстремально. Давайте посмотрим, что мы можем сюда поставить из спойлеров. Вот такой вот спойлер мы установили на нашу восьмерочку. Отличный спойлер, мне он нравится. Так, что мы еще? Капот, крылья, зеркало. Нет, воздух капота. Давайте это на капот установим воздухозаборник. И тоже придадим нашим восьмерке более агрессивный вид. Вот такой вот воздухозаборничек. Ну, давайте еще посмотрим, возможно ли нам поменять фары. Фары. Так, выбираем передние фары. Вот они у нас. И будем пробовать их поменять. И вот, вот такие фары мы поставили на нашу восьмерочку. Сразу меняется вид. И что осталось? Ну, цвет, в принципе, неплохой цвет. Я не знаю, посмотрим все в то. Давайте попробуем, как она будет выглядеть матовым цветом. Да. Матовый цвет и. Какие цвета нам доступны? Голубой. Нет, мне эти цвета не очень нравятся. Такой цвет белый. Белый красивый цвет. Белый. Можно, в принципе, оставить такой цвет. Что нам еще можно? Нам можно поставить неончик вот такой красивенький. Неон, передние фары тоже, чтобы были с неоном. Так, да, машина, конечно, у нас получается прелесть. Так, уберем вот эту вкладочку на запчасти, так. И выберем теперь фон нашему автомобилю. Давайте он будет вот белый на белом фоне снежном. Я думаю, будет красиво выглядеть наш автомобиль. Все, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Все, это был автомобиль Lada 2108 восьмерка. Всем пока, смотрите.